Они пришли в больницу держать за руки, будто издевались над госпожой Чичек. Согласен. Мы назвали брата Саваша главой, сказали, что он знает, как лучше. Но он не чтит обычаи и поступает не по-мужски. Семья важнее всего, госпожа. Если глава женится на этой девушке, семья распадется. Поэтому я сделаю так, как вы просили. Начни с Бодрума, с ее матери. Мама, ты тоже вернулась? Я хотела побыть с детьми. Чичек и тетя рядом с дядей. Хорошо. Но отвлекли немного Берфин. Отвлеку. О чем вы здесь разговариваете? О чем мы можем разговаривать, Назан? О состоянии твоего дяди. Я пойду, госпожа. Занимайся делами, шериф. Ты завтра поедешь в Ван? Ванна.